Добрый день, меня зовут Лома Ванкиса, я являюсь тренером по функциональной подготовке в залах Федерации бокса. И сегодня в очередной раз я подготовила вам тренировку. Это будет круговая тренировка, необходимо будет сделать 5 кругов. Смотрим. Первое упражнение. Выполним небольшое кардио. Сделаем jumping jacks. Прыгаем, ноги в стороны, руки вместе. Руки в стороны, ноги вместе. И вот такие прыжки необходимо будет сделать 40 раз. И после этого переходим к следующему упражнению. Следующее упражнение – динамические выпады. Делаем выпад назад, прыжки, меняем ногу. Таких выпадов необходимо будет проделать 20 штук. И после этого перейти к следующему упражнению. Третье упражнение нашей круговой – отжимания с касанием плеча. Делаем отжимание, и в верхней точке касаемся левого и правого плеча. Снова отжимание и снова касание. Необходимо будет проделать 15 отжиманий с касанием плеча. Четвертое упражнение нашей круговой – гиперэкстензия. Ложимся на коврик. Отрываем плечи и ноги от пола. В верхней точке руки затягиваем назад. Зажимаем область между лопатками. Вытягиваем вперед и опускаемся. Поднимаемся. Натягиваем область между лопатками. Уводим локти назад. Выпрямляем руки и опускаемся. Таких необходимо будет проделать 20 раз. И перейти к следующему упражнению. Ну и последнее упражнение в нашем круге будет упражнение на пресс. Опускаемся на коврик. Ногу правую сгибаем, колени левую с разворотом ставим на нее. Противоположную руку убираем за голову и соединяем локоть с коленом. По 20 раз делаем на каждую сторону. И затем меняем ногу. На этом наша тренировка подошла к концу. Жду вас завтра, также в 6 вечера. И не подписывайтесь.